Жук, блин. Ай, блядь, он здесь. Блядь. Убить. Не тормозит. Ну и все, хорошо, тогда чекаем, что с Чернобогом сделали. Заодно и прочекаем. Нет, сейчас хорошо. Все отлично, ребят. Все хорошо. Чернобог. Чернобожище. Здорово, Мейхем, здорово. Now we see name of God. Мне стало так комфортно в приложении стримчански смотреть. Хорош, хорош. Я тоже в приложениях смотрю, кстати, Кортекс. Серьезно. Когда мне лень за компом сидеть, я лежу и чекаю, типа, именно с мобильничка. Был бы планшет, с планшета бы смотрел. А, в смысле, в каком приложении? А что, у них приложение есть, что ли, в компе? Быстрее взрывайся, алло. Очень больно. Вова, спасибо за подписку. Спасибо, ребят. Да, конечно, раньше ей все пользовались. Ради геймасов, правда, но пользовались. Слушайте, это не такой глупый пацан. Прокачаем Escape. Я не хочу умирать. Что за курс? Голосовая программа, раньше за нее гемы давали. И скины. Сейчас нельзя. Серьезно, курс с твичом слили? Нифига себе. А сейчас дают скин на огня полоной ворот 200 гемов. Сейчас дают, так его нет, по-моему. У меня все равно мини-просадки какие-то есть, я не понимаю, что это такое. Да-да-да. Идите в свой двор, ёпта. Да ёпта. Все, домансились. Стрим 20. Привет. Ну, типа да. Типа да.
enemy missing. Be careful left. Your teammate has fallen. This war is far from over. Ай, да ладно. А бан только в ранке дает, за что бан? Хорошо играть на 100 FPS, а ты попробуй на 12 поиграть. Не, не хочу, спасибо, братан. Стоп FPS то мало, это из-за стрима, без стрима будет гораздо больше. Так, а ну-ка, беги пока. А ну-ка, стульчик откинься. Вот так вот. Баны дают везде, да. Ой, блядь, сейчас бы промазать. Да, после двойки, конечно, скорость атаки такая, что просто жесть. Я прям не верю в это. Нет. Окей. Бля. Кто покупал скины с ивента с первого патча, скажите? Я покупал. Теперь Харез обещали в жопу без маски лезть, поднимать логи и так далее. За сколько ты коту корм покупаешь, что каждый стрим по 500 рублей? Ты бы его кота не видела просто. Какой хозяин такой кот? Ну да. Блядь, она меня злит, я ненавижу эту херню. За кукулькана? Ну это такое себе, знаешь. За куркулькана играть. И все равно долетело до меня. И все равно долетело до меня. Да как так-то, блядь? Второпали? Нет. И ничего, снуки отдельно, да, если скины больше нигде. Да вроде да, больше нигде. Че за задроты в нормалах играют? Ты говоришь, что необходимо в трансе прекратиться, а сам делаешь, и я бы так же делал. Здравствуйте, привет, Ева. Привет, Паладин Степан. Привет, привет. Я ничего не понял, что ты написал, Кортекс. Слушай, я могу попробовать за 750 купить, но что-то я очкую. Ну, кулькан, дамаг дикий, да, согласен. Отлично. Могем мы врываться? Заявочка на Изи Слив. Please,
А шульты нету, блин, еще. А-а-а! Вот так, блядь. Я даже не напрягся, когда этот килл сделал, если сейчас. Как будто, блядь, так и должно быть. Enemies incoming! Retreat! Only fools! Take this jungle bar! Oh shit! Oh shit! 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 Return to base! I cannot hit what you cannot see. Жадность Фрай разгубила. Сосать. Красиво, спасибо. Ну, было прикольно, правда, прикольно. Ну подождите, еще. Еще никто ничего не знает, а уже вы знаете то, что по 30 минут будем мы игры искать. Зайди в этот набор, Влад, на меня там кнопку перейти будет, там по 300, все. И Тера, сука, здесь. Ну да. Да, не будет такого поиска, подождите. Играй за Джонга. Да я тоже хочу сыграть за Джонга, кстати, попробовать. Прям в ранке, да, попробовать. Кстати, хоть Мэн сильнее Чернобога, я в лите ему ничего сделать не мог, но вначале вроде убивал. Обделили? Не, но у него есть хорошие скины. Сейчас посмотрим, кто в лите будет сильнее. А вообще Чернобог из-за двойки его должен быть гораздо сильнее. Бедные мобы даже не подошли ко мне. Но я солоеду этого Хатимана. Ну чё там, Кабра? Здорово, Влад, здорово. Я могу убить. Очень тупо сделали мы, конечно, но тут... А стримерам открывают просто доступ, ребят, все нормально. Да, уже патч вышел. Блять. Тера, да.
А чё, у всех серваки не работают, ребят? Посмотрите. Enemy missing right. Nice job. Your team is Он с двойки просто как пулемет стреляет, я не знаю. Не работает. Понял, Миндик, понял. Это грустно, это грустно. Да, у всех серваки оф. Привет, здорово, Крем. Cancel that. Не работает, лол. Хорош. Короче, нормальный чернобог, не знаю, очень большая скорость атаки у него, слишком большая, я бы сказал. Что это было, блядь? Белона. Я просто разорвал и... Смотрите, что это за скорость атаки? А я труп. Сорян, ребята, за эмоции, но это пипец. Что за треск? Да, ребят, слабый чернобог, не пикайте его, короче, такой себе бог. Локи еще красава, что он замутил. Локи красава вовремя пришел. Да, да, вообще грамотно. Ой, блядь. А я думал, сейчас пушу в щи. Да, кстати, да, Кортекс. Говорили. Ульт, ульт, ульт. Плохо, плохо, плохо. Лол. Лол, добейте его. Ай, сейчас бы миссить автоатаками, блядь. Вот она вся механика, ребят. В действии, вся механика. Может, следующий ахпуч? Может быть, может быть. Поняли, да, как уходим от ультов, от всего? Изи уходим вообще. Здорово, Саня. Чернобог просто жесткий. Вот я не мог понять его, но вот уже какая... Как успехи? Да, отличные успехи. Чернобог сильный. Ой, блядь. Лол! Лол, вы видели? Вы видели, как мы можем уходить?
Гоу Зевса. Можно и Зевса, да, кстати. Как у меня вообще реакции на это хватило, чтобы типа в ее эти забраться? Прикол. Прикол. Его еще и апнули, да. Посоветую учиться, за какого убийцу играть? За Тора. Я б не успел. Гул, ссылу с новым скином. Я еще не покупал скины. Что-то мне непонятно там по скидкам, что идет. Нет, Тор, Тор, нужно учиться Тором. Ultimate is ready. Блин, классный, классный черновок, очень нравится. Катку, если я выложу ее на YouTube, ребят, нужно будет лайк поставить и на канал-то подписаться за такую каточку. У меня, если что, ульт есть, и я, по идее, смогу... А, ну, блядь, это ж ульт у меня не сейвовый. Ребят, все сообщения не успеваю читать. Сорян. Сорямба, но я играю. Очень-очень напыженно играю. YouTube, привет. А в монолит можно спрятаться? Вот монолит не знаю. Монолит не знаю. Привет, Бласки, здорово, братан. Здорово. Help. Он просто напугал его. Be right back. Господи, да. Апайте дальше чернобога. Спеть. Это просто жесть. Лукатан, палач, конечно. Конечно, палач. Смотрю, неплохо так. Да, жесткий чернобог, вообще жесткий, ребят. Я еще не ожидал, если честно. Дела нормально, но это не ранг. Это не ранг, Бласк. Я говорил то, что ему с двойки скорость понерфит, а ее не понерфили, это просто жесть. Хорош, Локи, красава. Блять. Ой-ой-ой, как же жестко. Привет, здорово, Настя, приветики. Потом мы понимаем, что ты будешь еще хуже, чем после появления. Ну, может быть. Я умер. Я не выхилился, мэм. Где мета чека для новичков, или ты сам в голове составляешь? Слушай, мета, ну да, и тут нету. То есть, смотри, для новичков проще всего играть теми героями, которые открыты у новичков с самого начала. Как бы. То есть, если тебе доступны там Нейд, Гуан, Тор, вот эти все, вот ими и нужно учиться играть. Они также... Также у персонажей есть пометка сложности. Евик, эльф мой.
Ну что, ты расстроилась? Не расстраивайся. Зачем они нерфят? На нем мало скилловых игроков. Бог сильный, но его силы, так сказать, управлять плохо умеет. Я почти никого нормально черного бога не встречал, кроме себя, конечно же. Ха! Ты их не встречал, потому что ими еще никто не играл. Очень плохо юзнули ульты. Он какой-то физический маг. Но магического в нем ничего нет, просто выглядит так только лишь. Даже играть не хочу, фея. Ну ладно тебе, я прям расстроилась. Бласки вроде как, да. Ранги сейчас откроются. Я, конечно, написал на превьюшке то, что можно, но я уверен, что можно. А, ну убили, да? Блять. Понял. Привет, что нового мной? Привет, да там много всего. Хотите сейчас после этой качки? Мы еще раз пройдемся по патчу. Как бы прочекаем, прочитаем. Кому интересно будет. Бля, ну они все слева тусят. Короче, двойку мы не будем юзать. А, ты жук, блин. Ай, блядь, он здесь. Блядь. Убить. Лол. Но это заклипайте, пожалуйста, ребят. Заклипайте, кто может, а? Нет. Клипаните, ребят, кто там может, пожалуйста. Жестко было-то как. Не имба, вообще ни разу. Сейчас умрет Хунбац, алло. Первый раз вижу, что Аси полезный предмет. Ага. Аси очень жесткий предмет, кстати говоря. О птичках. Выложу на YouTube катку и я попробую. Ай, здорово, Ваня. Да, я выложу на YouTube катку. Я даже придумал, как сделать к ней превьюшку небольшую. Типа, если мне впадлу не будет, я замучу. Реально замучу, прикольно. Чунгу убивает, ультить нет смысла. Было жестко. Даже если мы проиграем, я не знаю. Дай мне, пожалуйста. Я напишу не... Я не тайминг напишу, я его в начале вставлю. Лол. Ты охуел, что ли? Понял. Привет, я который смотрю. А ты прям будешь смотреть? В гамаке с телефоном, нихера себе. Блин, я тебе завидую. What the fuck, noob.
Но это хорошая катка, ребят, но она в руках горящего артиха без регистрации. Не, ну серьезно, но эта катка заслуживает лайка такого, что... В любом случае нужно поставить лайк на этой катке, потому что это вообще такое имба вообще лютое. Лайкусик и подписка на YouTube вообще. Хорош.